Всем привет, дорогие друзья! Я не знаю, у вас в магазине есть такая штука или нет, но у меня на основном аккаунте какой-то набор значков продается. Такой вот пакетик, и там что-то есть. Всего лишь 50 гемов. Я сейчас куплю, очень интересно, что там. Это такой первый пак, я так понимаю, эмодзи будет куплен. И мне очень не терпится посмотреть, что внутри этого пакетика. Ну, стоит недорого, надеюсь, вы себе можете позволить. Хотя сейчас гемы не падают. Не, ну что, на Brawl Pass ж можно накопить. Но в любом случае, я сейчас куплю, а вы для себя потом решите, стоит вам покупать это или не стоит. Только перед тем, как я куплю, я обязательно попрошу лайк. Данечка, попроси лайк. Лайк, подписаться на канал. Вы помните, у Минипеки есть свой аккаунт, свой проект. И я думаю, что там тоже что-то интересное есть. И возможно мы сегодня, если вы хотите сегодня с Данькой выпуск, то давайте наберем на этом ролике, я не знаю, ну сколько, ну 100 тысяч лайков, нет, наберем. Если наберем, то сегодня будет с Данькой выпуск. Короче, ладно, открываем. Да. Что это у нас тут за набор? А ну открывай ты, сынок. Не, вот сюда нажимай, на зелененькую. Опа! Шелли, Роза и Сэнди. Три значка мы получили. А ну давай посмотрим. Чат. Чтобы общаться, надо быть с друзьями. Вы серьезно? Я не смогу эти эмодзи посмотреть. Ладно, я приму любого инвайт. Я приму любого инвайт, кто меня пригласит. Приглашайте. Так, король Баяна, поехали. Чат. Смотрим. И они у меня появились или нет? А, вот она, Роза. Вот она, Роза. Там Сэнди, Роза была и Шелли. Не, ну слушайте, на самом деле прикольно. Собирать буду все эмодзи для себя. Поэтому очень круто. Короче, такой вот интересный пак получился. Друзья, у меня сейчас 28 900 кубков. До конца сезона еще... Час 20. Очень рассчитываю, что сегодня подниму 29 тысяч кубков. Следующим видосом. Давайте я попробую сейчас скатать. О господи, я даже не знаю, кого взять. Что у нас там за карта? Частокол. Опа. Опа, я даже... Не, я теперь знаю. Можно... Не, быка не хочу. Давайте попробуем на Шелли отыграть. Вы сейчас знаете, я играю в основном в 3 на 3. И катаюсь с очень серьезными ребятами. Поэтому пока у меня пуш идет ровно и хорошо. Мы вчера даже выиграли команду Пети ММА. Блин, ну мы уже третий раз, наверное, или четвертый встречаемся с ним в 3 на 3. Но вчера нам удалось его одолеть. Вчера были на стриме у Витал Шарка. Вот, и там мы катались с ним, пушили кубки. Так, вчера стрима не было, ребят. Мне очень болела голова и... Ну, я не успевал провести трансляцию, пушил кубки, пытался сделать 29 тысяч на видосик, но у меня не получилось, к сожалению. Ну, я не то, что не получилось, я бы мог еще, если бы стримил, но сил уже моих не было, поэтому извините. Сегодня трансляция будет, я вас всех жду в прямом эфире. Так, а ну посмотрим, выиграю я или не выиграю. Так. Тихо-тихо, робот сюда, робот ко мне. О, робот ко мне, отлично. Так, собираем, опа. Собираем. Куда ты лезешь? Воу, 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 куда я использовал Куда я использовал ульту? Минус 5. А куда я использовал ульту? Как такое произошло? Я злюсь. Минипека, поставь лайк. Лайк! Не буду я. Не будет лайка? Нет. Ну ладно. Так, окей. Не грози, провод. У меня потом наушники не работать. Не будут работать. Так. Блин, как я мог Дэрилу проиграть? Капец, сколько банок было. Ай, достал. Достал ко мне. Так. Бычка, я думаю, мы убьем. Блин, на самом деле обидно. Прошлая катка должна была быть топ-1. Если бы я ультанул в Дэрила, я бы выжил. Ну, если бы, а как бы. Ладно, не будем после боя. Так. Ну, варвар, бык прикольненький, кстати.
Так, опа. Я думаю, что вот этот ящик надо забрать. Оп, оп, оп. Есть. Плюс хитпоинты. Как думаешь, затащу, Данил? Затащу эту катку или нет? Так. Тунц. Тунц, тунц, тунц. 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 Так, не даем ему отхилиться. Не даем ему отхилиться. Вот так. И добиваем его. Отлично. Итого у меня уже 8 банчей. Во-первых, мне надо отбить 5 кубков, которые я слил в прошлой катке. Во-вторых, мне надо затащить топ-1. Данька, ты наушники сгрызешь сейчас. О, там еще и Мортис. Двойная удача. Есть. Юху! Так, забираем робота на себя. Я думаю, что на этой карте можно нормально так проапаться. Ой, зачем я слил ульту? Ну ладно. Слил ульту? Ну ладно. Ты пойдешь? Тихо. Я должен взять топ-1. Я возьму топ-1. Я сильный. Ой. Нет, нет. На. Не, ну Брок молодец. На себя забрал. На себя забрал. Ой, на меня отдал. Короче, отстаньте. Робота, блин, на меня сагрил. Так, играть снова, поехали. Надо еще пару каточек затащить. И будет скоро 29 тысяч. Да. Да. Я, кстати, научился бомбить так, чтобы, ну, вы не слушали весь этот бред. Вот смотрите. Оп, и все, и вы ничего не слышали. Элементарно, изи же. Или вам все-таки хочется слышать то, что я говорю? Поставь лайк, если тебе, ну, бомбеж блюрить не надо. Если для тебя нормально и так. Просто я не знаю, если... Если, допустим, какие-то моменты мои не очень нравится смотреть, ну, многие просто говорят, там, не матерись, не кричи, там, все дела, то я буду вырубать, наверное, микро. А, он затимился, окей. Спасибо. Такс, окей. А где мои банки? Где мои банки? Хм. Мои банки где? Тут кто-то есть? Так, примата, как думаете, затушу? Я вообще думаю, да, если успею. Опа, нет, только не ворон. Только не ворон. Короче, давайте сюда, наверное, выйдем. Так, а ну подходи сюда. Нет, нет, только не ворон. Кто угодно, только не ворон. О, 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 все. Так, сейчас мы затащим, друзья. Сейчас мы затащим. Так, 6 бойцов осталось. Так. Я так и знал, я так и знал, я так и думал. Ну подходи, подходи, родная. О, 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 сюда только не иди. Да сюда только не иди. О. Нет! 116 хп. Плюс один. Что, ласт катку его затащу, потому что, ну, эта катка вообще не моя была, потому что ни одной банки практически не было, ни одной. Я вообще не нафармился вначале, не зафармился. Вы же в курсе, что сейчас можно передвигать боксы в ШД? Я вчера снимал ролик, как передвигать сейф, и боксы можно на спрауте также точно передвигать. Мы вчера фадились, капец. Так. Не, ну это ненормально, не, это ненормально. Это ненормально. И робот рядом, и Пока забрал банки. Ну, вообще трэш. Ну, гля, все забрал. Вот. Ну, так. Не, ну, нормально. Блин. Блин, блин, блин. Куда бы деться, куда бы деться, куда бы деться. Вот сюда денусь. Отхилимся. Я бы вот это Леона поджал бы. Воробушек, давай, действуй. Действуй.
Леончика ж убьют? Леончика же убьют? Где он там, Леончик-то? Если Леончик зафармится, нам капец всем будет. Так. Походу того ворона, который должен был убить Леона, убили. Так. Ну, воробушки тут тащат. Оп. Хорошо, что есть гаджет. Спасает очень сильно. Но, к сожалению, гаджетов всего три. Мини-пека. Опа. А вот для нас подарочек идет. Смотрите, смотрите, какой подарочек. Блин, ну робот, конечно, не подарок. Так, так, так. Сейчас надо отхилиться. Так, 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 так. Так. Блин. Меня Леон сейчас заберет, я вангую. Так, где Леон? Он будет забирать Дэрила, нет? Так, топ-2 или топ-1? Делаем ставки. Я думаю, это топ-1. А, нет, только не робот. Топ-2. Ну, блин, повезло. Робот на меня, возле меня появился. Надо было, знаете, что делать? Не, ну если бы я добивал Дэрила, то ли он бы закрысил. Короче, ладно, топ-2 пойдет. Ну, главное, что не слился. Короче, подписчики, до 29 тысяч не так много осталось. Может быть, даже в соло апну, я не знаю. Ну, или нет. Или как бы вы хотели, чтобы я апнул 29 тысяч в соло или в трио? Напишите в комментариях. Ну и такой вот пак мы сегодня открыли. Странненький. Всего лишь 3 эмодзи. Сомнительная штука эмодзи. В бою использовать нельзя, нафиг оно в лобби надо. Но такая тема. Ладно, всем удачи, скоро видос, ждите. Подписывайтесь и всем пока-пока, маши ручкой. Пока.